На потерпевшем крушение у берегов итальянского острова Джирио круизном лайнере «Коста Конкордия» спасатели обнаружили тело 17-й жертвы трагедии. Поиски других пропавших без вести продолжаются. Марии Кристине и Фабио удалось спастись. Эта пара вновь посетила остров Джирио, чтобы поблагодарить спасателей и тех, кто позаботился о них в ту роковую ночь. Мы вернулись сюда, чтобы сказать спасибо тем людям. Они были с нами, я даже не подберу слов, такими добрыми. Вы знаете, я уверен, что если бы команда в начале эвакуации пассажиров была дана раньше, то столько людей не погибли бы. Пассажиры были готовы, они стояли на палубе. Полтора часа было в вполне достаточно для спасения. По оценкам специалистов, около 2 месяцев уйдет на проведение всех необходимых технических оценок состояния судна, на основании которых будет принято решение, что дальше делать с его корпусом. Рассматриваются 2 варианта – либо отбуксировать лайнер в другой порт, либо демонтировать на месте.